Здравствуйте, друзья! С вами Мото Виктора. Сегодня у нас 17 января 2022 год. Как вы видите, чуть-чуть снегу выпало, все тает. Ну, Кубань. Что я приобрел? Это дельточку. Вот такую вот. Вот такая дельта. Заднее колесо отличное, никель прям четкий, если его помыть, все отлично. Переднее колесо ржавенькое, ну попробуем почистить. Где-то выровняем, прошпаклюем. Здесь вот бак тоже, это болезнь у них, постоянно на всех баках в основном гнуто. Крылья. Фара целенькая. Ну, мопед очень хороший, ребят. Вон колпачок. Сделано в СССР. Дельточка. У меня одна есть. Это вторая дельта. Такая вот. Здесь у нас бардачок. Посмотрим. Вот, как вы видите, коммутатор вообще новенький, бобина все новенькая, проводочка отличная. Все просто. Мы его попробуем завести. Прежде чем разбирать, проехаться на нем. Карбюратор чистый. Головка нормальная, нигде не отломана. Двигатель V50M. Здесь как что-то молотком бил кто-то. Ну, а так, да, глушитель вот здесь вот. Конечно, надо будет поменять вот эту вот непонятное что-то. Резина отличная. Ну, сиденье отличное. Плюсы, плюсы, плюсы. Конечно, спидометра нету, но то со временем найдется. Лапки. Все, подкрутим. Цепь нормальная. Звездочка нормальная. Ну, а что там с двигателем? Как раз проедемся и попробуем, как он, как едет, шумит, не шумит. Как бы, я думаю, на этой дельте мы будем кататься. Сейчас я вам покажу в музее дельту. Вот она, дельточка. Уже перебрана полностью. Только надо фару поставить по мелочи. Все. Задний стоп. С ножным переключением. Дисочки, диски, все. Резина нульс. Все в отличном состоянии. Миники. Карпачи я убрал к стенке. Вот этот карпач буду еще красить. Это все вот музейное, как бы. Но вот этот карпач я собирал, как бы летом на нем ездить. Это мы летом делали с детьми. Я решил показать, может, кто не видел еще мой музейчик. Посмотрите. МП-045. Веломопед. ПВЗ.
денежка, на какие деньги мопеды покупались. Я там нашел еще 90-е годы денежку. Буду тоже вешать. Мопеды выпускались до 97-го года. Диорамочка. Берлин. Взятие Берлина. Битва за Москву. Вот так вот магнитофончик у меня прибавился. Вот этот. Так что, ну и вторая комнатка у меня. Здесь тоже мопедки. Тросиком потерла шильдик. Здесь нормальный шильдик. Это синяя Рига 5, красная Рига 7. У них отличия по вилке. Дальше бак, посмотрите, разница тоже какая. Оба также ж будут делаться. Прибавилось у меня еще, подарил друг пушку вот такую. Теперь у меня их две, из двух буду одну делать. Солдатики прибавились. Телефон. С СССРовский дети раньше переговаривались в разные комнаты. Там квадратная батареечка. Может даже и рабочие. Мы потом попробуем. Солдатики. Конница. Чапаев. Самка с пулеметчицей. Здесь я чуть-чуть перестановочку буду делать. Открутил нижние две полочки. Ну и наша большая семья. А, да, вот чатики еще приобрел. Вот такие вот. Переходная модель, вот это Рига 11, сзади бак, после нее начали делать Рига 11-01, уже спереди бак. Ну и немного военной тематики тоже потихонечку, то фонарик приобрел, вот такой. Принес мне сосед с армии, пришел, фляжку вот такую принес и ремешок солдатский. Вот так. Так что вот такое у меня приобретение, ребята. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Мото Виктора. Всем пока. Удачи, здоровья, благополучия.